это озеро. Сейчас найдем место, выберем себе место, сделаем лунку и будем ловить рыбу. И Амалия будет ловить рыбу. Здесь вот лунки. Ну, будем прочищать. Я буду ловить здесь. Это моя идея. Держи крепко, если рыба это дернет, уронишь ее сюда. Держи крепко двумя руками. Ну как? Я рыбу большую. Боюсь, рыбу большая и маленькая. Надо хвост упустить. Где твой хвост? Там должен быть хвост. Дергай. Да, это тяжело. А мы все еще рыбачим. Будешь рыбачить, но... Ходим по полюсу, у нас никого нет, все уже замерзли. Я Маля тоже замерзла. Тебе холодно? Она плачет. Идем, идем. Правда, сегодня уже очень холодно. Пошли, пошли, все, возвращаемся. Ты где? Амаль, мы уже возвращаемся. Все, папа идет. Я тоже уже иду, вон. Я иду по кругу. Все, пошли. Пошли, пошли. На. Моя очередь. Ага. Сейчас мама еще сходит по кругу. Смотри, сейчас. Смотри, как мама ходит. Смотри, мама ходит по глубокому снегу. Сейчас снова пойдет и пойдем. Все, все, пошли. Уже возвращаемся. Вон, мама уже возвращается. Иди туда, по дорожке. Пойдем. Туда, туда, мама, пошли.
Ага. Если прямо то он я как заяц здесь. Ух ты, следы. А мне, знаешь, как тепло, когда так ходит? Ой, мне уже жарко. Да. Вот он бронзили в каком лицу, а? Идем. Чура. Вау, круто. Мы где-то в Лакланском лесу нас бросили. Другого дороги не было. Девочка. Не холодно. Не потеряй. Ладно, слушай, я тоже не выдержу. У меня ноги, я их не чувствую. Да, не чувствую. Все. Последнее движение сегодня. Заканчиваем. Едем домой на тех же самых лежках. Темно. Да, темновато. Немножко темновато, но ничего. Как есть, уже полярная ночь. Но мы завершаем день. Едем обратно. We'll be right back.
мы намерзли сегодня, вернулись в нашу гостиницу. И нужно, во-первых, пьем горячий сок, глитвейн, правда без алкоголя. И сейчас обязательно нужно включить сауну. Я иду включать сауну, да. Пойдем. Сейчас она холодная. Сейчас мы ее включим. Поставим ее на 3 часа и на самую большую температуру. И пока можно подождать. Попить глитвейн.